Еще одно общественное пространство появится в микрорайоне Третьей рабочей во Владивостоке. По региональной программе «Тысяча дворов» в районе улицы Тобольская, 10 идет активное благоустройство территории. В настоящее время проведены работы по демонтажу. Завершены полностью демонтажные работы. Сейчас производятся работы по разбивке тропиночной сети. Производится отсыпка основания. Планируется завершить работы в октябре месяце. Благоустройство сквера идет ежедневно, несмотря на погодные условия. Задействовано максимальное количество техники, чтобы в кратчайшие сроки завершить строительство. Территория будет полностью благоустроена. Будет уложена новая брусчатка. Отсыпаны пешеходные дорожки отсевом, проведены работы по озеленению. В этом году также по региональной программе «Тысяча дворов» ремонтируют и аллею на улице Сахалинской. На средства специального казначейского кредита в рамках реализации мастер-плана проходит второй этап реконструкции набережной спортивной гавани. Артем Белов, Диана Иванова, новости на Восьмом.